Городские коммунальные службы прячутся под покровом ночи. Именно поэтому многие амичи уверены, что дорожная техника не работает. Работает, но в вечернее и в ночное время, с 8 часов вечера и до 6 утра. Минувшей ночью на дорогах можно было встретить целую вереницу тракторов и самосвалов. 150 единиц техники. Проезжие части готовят к Новому году. Приоритет отдают центральным магистралям с наиболее интенсивным движением общественного транспорта. Но не забывают и о вывозе снега с второстепенных дорог. Причем кучи чищенного снега не оставляют на обочине, вывозят на полигон. Интенсивность движения, самый важный фактор, заужение, где проезжая часть, скользкость и снежно-ледяные накаты. Вот это три самые основные причины, с которыми мы в зимний период боремся. То, что вы уже сказали, аномальные были низкие температуры, перепады. Вот практически ту прошлую неделю у нас были температуры за 30 градусов. Естественно, технику при такой погоде массово мы не можем выгнать в составе, в силу ее уже износа и в силу ее дефицита.